Нет, здесь классификация дефектов есть, которая говорит о том, что одна, значит, три стенки, две стенки, одна и сквозной. Четыре класса. Ну, стандартная история. Абсолютно. Обнаружен шестигранник. Да, это Бранемар классический. МК-2. Ну и вот такое решение. Это не мой клинический случай, это просто я вам показываю, как это делается. Приблизительно, в общем, в таком ключе направленная регенерация, она у всех выглядит одинаково. Я могу вам свой... А можно Батраза случай показать? А он тут? Да, он в конце. А, он в конце? Самый последний. Все. Тогда вот, я вам рассказываю историю такую кратенькую, поскольку, да, мы сегодня договорились, что переимплантиты – это не фундаментальная медицина пока, это все-таки диалог. Ко мне в клинику обратилась от моего старого приятеля-одногруппника пациентка. Вот с такой проблемой. Если вы все знаете, сколько зонд пародонтальный, вы представляете, сколько у меня погружения туда? Нет. Сантиметр. 10 миллиметров. Это неотделяемо? Это гной. Угу. Пациентка обратилась к нему в клинику с острой болью. Он ее посмотрел, сделал компьютерную томографию и отправил ее ко мне. Ранее, год назад, ей был удален боковой резец на верхней челюсти, установлен имплантат компании Нобель, это Нобель Актив. Изготовлена сначала провизорная коронка и потом постоянная на безметалловом абатменте и вот этой безметалловой конструкции. Значит, сразу говорю, обычно все коллеги-ортопеды, которые смотрят этот случай, говорят о плохом качестве ортопедической конструкции. Я туда не касаюсь, причина не в ней. Причины конкретно в хирургическом протоколе я вам могу 100% сказать, потому что когда мне пациентка рассказала, как происходил хирургический процесс, я поняла, что и ноги там, и вся история оттуда. Значит, ровно через год она почувствовала острые боли, отек и припухлость в области этого имплантата. При этом имплантат стабилен, и подвижности он не имеет. По КТ резорбция кортикальной вестибулярной пластинки. Обратите внимание, пожалуйста, у пациентки нет никаких проблем, у нее прекрасный биотип. И посмотрите, как выглядит десна в зоне воспаления. Это то, что мы с вами обсуждали, когда воспалительный процесс может вызывать атрофические процессы. Да, здесь еще пока нету как таковой рецессии, но истончение биотипа уже очень очевидно присутствует. Было принято решение такое. Я честно, вообще, когда ее брала, я не знала, чем что закончится. Ну, я вам сразу могу сказать, эта работа была выполнена бесплатно с моей стороны, просто как клинический случай и все, как помощь моему одногруппнику. Пациентка за 3 дня до операции начала прием антибиотика. Это тот редкий случай, когда мы это назначаем, но у нее очень была сильная выраженная воспалительная реакция. Что? Какого антибиотика? Алгментина напила. По 1000? Да. Что? Ну, и под прикрытием антибиотиков мы пустились, в общем, вот в эту историю. Это зондирование. Вот так. Ну, обратите, да, внимание, я сразу решила, что если у меня получится не только сделать ревизию дефекта, но и препарирование лоскута снизу косичного говорит вам о том, что мы будем делать все равно какое-то перемещение.
Однозначно, потому что оставив здесь просто что-то убрать и поставить под мембрану, под истонченный лоскут, что произойдет? Не переживет. Нет. То же самое будет через какое-то время. У нас просто будет несостоятельность лоскута, и он разойдется, он расползется на мембране. Бывают такие вот истории, поэтому, в общем-то, было принято другое решение. Это уже удаленное все гной, вычищенные грануляции, то есть это уже такая как бы подготовленная рана, потому что сначала мы начали с того, что когда мы лоили, эвакуировали гнойное отделяемое, такое свежее, и начали убирать грануляции сами. А как вы чистили имплант? Корчеткой, бор-корчетка такой есть. Травма? У нас его продает корейская компания, это фирма Мегаджен производит. Да, Мегаджен же его делает? Dental Guru продает. Он как такой металлический ежик на просто на микромото. Да. Угу. На микромотор на 2000 я его ставлю и обрабатываю. И он и мягкие ткани тоже хорошо, вот эти микро такие грануляции вокруг вот самого имплантата, он тоже очень хорошо вычищает. А есть же представительство, здесь все работают этими Мегадженом, я думаю, что у них есть у всех. А кто работает Мегадженом, вот спросите у вашего дилера, у кого вы покупаете компанию, у них есть он. Что будем делать? Какие предложения? Соответственно, щеткой проходите. Ну, это все понятно. Мы почистили. Что дальше? Удалять его. Ну, а что делать? Надо как-то... Ну, не я оставила, не имею права удалять. Он стабильный. Кусок материала туда, леопорт закладывает. Угу. Я хочу ваше предложение послушать. Во-первых, была обработана костная ткань, да? Вы помните, что это обязательное условие. Были проведены перфорации и обработана сама кость. Я это делаю пьезоаппаратом. И вообще, когда даже делаю там банальные процедуры, типа резекции верхушек корня, еще, я очень люблю вылущивать вот эти все остаточные микрогрануляции, даже где-то вот кусочки оболочки кистогранулема вот этими пьезоэлектрическими насадками, что очень удобно и очень высококачественно это все. И там еще и кавитационный эффект создается, тоже очень такой полезный для таких зон воспалительных. Хирургическими или... Знаете, что я... Скале? Нет, я хирургическим пьезоаппаратом НСК-евским работаю. У меня есть такая насадка, она вообще для других целей. Она для забора костных блоков, она вот такая. Вот вы знаете, Эльбрус, как это выглядит, просто... Она... Ну, пила, да? Да. Нет, не пила, она вот такая. Вот такая. А какие у нее движения? Вот здесь у нее движения, а у нее вот такие движения, скоблящие. Ой, я несколько раз пытался, но очень долго, все это было. Ну вам, я уже сказала, вам привычнее фрезу это, то есть мы начали с вами общаться. Ну я правда давно уже фрезую, после блоки алкогенные, но... И слава богу, пусть они там все остаются, с учетом, что они рассасываются. На 30%. И да, все это вот я чищу вот такими движениями, выскабливающими. Я вообще эту насадку еще использую, когда я костную пластику делаю, я скарифицирую кость, да, для того, чтобы открыть сосуды, чтобы открыть это все. Помимо сверлений, еще вот эту всю снаружи снимаю кость обязательно. Ну, если вы скарифицируете, то осверление имеется в виду, что как бы они дают... Сверление я... Так я дохожу до губки, конечно, чтобы оттуда их всех потравмировать и получить результат. Нет, я вас услышал, просто...
что настолько это все муссировалось по поводу этих перфораций, ну, в смысле, достаточно много мнений и прочего. Я понимаю, что вы видите на препарате рост, я вчера услышал. Я вам просто скажу, что... Но только воспримите то, что я вам скажу, правильно, без каких-либо личностных. У меня нету вообще ничьих мнений в голове. Я все пропускаю через собственный анализ. Да, и на основании своих знаний, на основании того, что написано в фундаментальных исследованиях, и то, что мы можем взять... То, что доказано действительно принципами доказательной медицины. А вот это я сделаю так, я сделаю по-другому. Вот это автология. А я сделаю вот так. Вот этот случай, это называется, я делаю вот так. Честно. Но просто я вам его очень хотела показать. Ну, себе так чуть-чуть покапать. Бальзам. Ну, насыпали мы туда. Насыпали, смотрите, да. Закрыли, вместо мембраны я взяла трансплантат, сделала вот эти вот, опять же, зоны расщепления для дополнительного питания с двух сторон, билатерально от апроксимальных разрезов, вертикальных.